перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Начнем мы сегодня постепенно. Я сегодня, думаю, поменьше буду отвечать на вопросы, объясню почему. Просто, блин, мне заполонили личку, что мне сделал Димас-то, вообще про батл. Поэтому начнем с вами постепенно. Вот, для начала, всем еще раз привет. Стимул пишет классный батл, спасибо. Всем, короче, привет, кто откуда, особенно тем, кто из ВЛГ. Вот, потому что начну я с ВЛГ и новостей про ВЛГ. А, первое. Кто в Волгограде, кто в Волжском. Такая информация. А, скоро, совсем скоро, может быть, даже сегодня будет опубликована регистрация на пятый сезон Трущобы Батла, где будет призовой фонд 50 тысяч рублей. Поэтому, если ты пиздатый рэпер, короче, то ты придешь участвовать на пятый сезон Трущобы Батла, чтобы выиграть полтинник, всех размотать. Причем это будет один из самых интересных сезонов. Мы придумали там много фишек. Ну, не то чтобы я, там в основном организация очень хорошая, которая придумала очень много крутых фишечек. Поэтому, если ты рэпер, если ты с ВЛГ, приходи на пятый сезон, потому что он будет крутой, а для Волгограда 50 тысяч, кто живет в ВЛГ, знает, что 50 тысяч рублей – это пиздец. Поэтому заработай на рэпе в Волгограде, придя на Трущобу и получив полтосик. Далее, что еще про Волгоград. Кто в группе есть, короче, ну или кто видел на странице, я писал по поводу встречи. А встреча будет не 29-го, 29-го, к сожалению, у меня не получится. Будет встреча 30 сентября. А место встречи, это кто в Волгограде, кто в Волжском знает, это будет воскресенье. Воскресенье 30 сентября. А, Европа Сити Молл, остановка ЦПКО, все знают такой ебаный комплекс вот этот вот. Как он, блядь? Ебать, короче, ну все знают Европу Сити Молл Центр, остановка ЦПКО. Встречаемся там в 5 часов вечера. Мы встречаемся с вами у Европы Сити Молл. А, и, соответственно, решим дальше, что делать. Не знаю, будем ли с кем-нибудь бухать. Если хотите забухать, в принципе, можем забухать. Но это вечером. Вообще, планировал я без алкоголя. Это не какая-то фан-встреча, не относитесь так к этому, земляки, кто придет. Вот, потому что, ну, это просто встреча с земляками, просто увидимся, потусим, все классно, без лишнего там пафоса, фанатства и прочего, и прочего. Просто встретимся и круто пообщаемся. Поэтому, если ты с Волжского или с ВЛГ, ты свободен в воскресенье в 5 часов вечера, тебе не хрен делать, подъезжай к Европе Сити Молл, и там увидимся. Сохрани трансу, трансу сохраню ради тебя. Ах, так, дальше. Начнем с батла с Браги, потому что мне часто писали, ну не часто, дохуя писали, когда вышел батл, типа, блядь, чувак, тебя засудили. Какие плохие судьи, как они могли. Нет. А не засудили, ничего там, блядь, не было засуженного. Я считаю, что справедливо проебал этот батл. Вот. Я честно даже не помню панчлайнов Браги, мало помню своих панчлайнов, потому что батл уже был давно. Расскажу, что помню. Объясню, почему я проебал. А, все, ну, наверное, видели, кто тем более сейчас смотрит в Инстаграме, тот момент про хуй вместо ноги и вот этот вот кусочек. Короче, на время подготовки я, когда писал всю вот эту вот поеботу, я дико волновался. Этот момент, наверное, я скинул, ну, блин, людям 20-30, и просто мне все говорили, чувак, оставляй, это будет круто. Я, короче, не хотел оставлять, потому что, блядь, я дико очковал. Я думал, что это не зайдет, и думал, что это полное говно. В итоге я оставил этот момент. Я выхожу, ну, уже батл идет с Браги, то есть я начинаю первым, я читаю первый раунд и все время думаю о вот этом вот моменте в тексте, в середине второго раунда, который был про хуй вместо ноги, цапли и прочее, там, сейчас уже не вспомню даже. Вот, и Виталий, комментарий, скажи, закрепи номер карты. А как закрепить, Вик? Привет, рэп перескок, привет. А как закрепить? Вик, скажи мне, Вик, я не шарю. Как дела? Да, отлично. Сейчас Вика все сделает и продолжим. Привет, привет всем. Просто никогда ни у кого не просили деньги. Запрос на участие в вашем прямом эфире. Сейчас. Ебать, ты соска мне пишет. Ебать, спасибо. Спасибо. О, да, привет нашей пиздатой беседе.
Короче, и из-за этого момента я вот читаю первый раунд, и у меня в башке, короче, блять, убрать его или нет, зайдет он или не зайдет. Потому что мне с одной стороны казалось, что это полное какое-то тупое дерьмо, потому что я так раньше не писал. Ну, вообще не пробовал такие ходы и думал, так, блядь, оставлять это дерьмо или не оставлять это дерьмо. В итоге, я уже читаю второй раунд, и там даже видно, как я такой, какая там подводка была. На все, что способен твой креатив, это выдавать фразы, что у тебя хуй вместо ноги. И я такой немножко замираю, такой думаю, блядь, похуй, была не была, типа, ну, уже надо читать. Вот, там, одноногий маньяк, и дальше идет этот кусок, он заходит, все классно, все заебись. И я такой, знаете, про себя такой выдыхаю, типа, фу, все заебись, все, он зашел, все классно. И стою и такой, блядь, и меня начинает волновать, и я начинаю трястись еще сильней. Потому что, блядь, он зашел, я такой стою, такой, блядь, он зашел, он, короче, зашел. И весь третий раунд, блядь, который я забыл, я думал, блядь, этот момент зашел. Меня начало, короче, после второго еще сильнее трясти. И я стою такой, бля, я на видео на себя смотрю, какой-то рейс, блядь, кружный, нахуй, куда-то постоянно поворачиваюсь, куда-то смотрю. Но по мне было видно, что я до этого момента был вообще не живой в батле. То есть просто, ну, вот такой чувак вышел с каким-то текстом, я реально его подавал вот так вот на автомате, особенно первый раунд. Я его подавал еле как. Ну, короче, дико это смотрелось неуверенно, и как будто я был не живой. Но когда закончился этот момент, как ни странно, я должен был выдохнуть. Я вроде как выдохнул, у меня стало еще больше калашматить. Но если бы я не проебал батл Браги и не использовал этот момент, я бы не выиграл батл с Бови. Потому что там я уже не парился и все заходило охуенно. Это ты где? Это я в небольшом таком... Что это, блядь? Кафе? Шашлычка? Короче, небольшое что-то около дома, где можно сесть. Что Димас-то тебе сказал после Версуса, господи? С кем следующий батл, ребят, я не буду говорить, с кем следующий батл. Ай, сейчас 5 сек я закреплю. Дай, читай, я не могу 100 раз писать одно и то же. Сейчас, Вик, 5 сек. Сейчас все сделаем. Нахрен ты мне нужен тут в эфире, стимул? Стимул уйди. О, крикните комментарий, да? Все, прикреплено, и я вернусь к вашим комментариям. Ничего, мы до этого не могли. Вот, поэтому, кстати, я когда еще на батле с Браги стоял, я текст Браги даже не слушал половину, там были какие-то угарные моменты. Все, что я больше всего запомнил, это был момент с гитарой. Надо было написать, что ты забыл. Вот. Так что всем привет, привет еще раз. Волгоград, зданий. Енига. Еще раз, кстати, по Волгограду, кто только пришел, стартует 5-й сезон Трущоба Батла, на который ты обязан прийти, если ты крутой чувак и можешь всех разнести, и ты разнесешь, и можешь выиграть. Блять, стимул заебал. Короче, мы... Прочитал. В пизду, блять, он пишет про номер карты. Стимул, мы прикрепили. Да, да. Что я говорил, стимул, сука. Прийти, короче, на 5-й сезон Трущоба Батла и всех разъебать хуям. Поэтому приходи, потому что заявки будут уже приниматься вот прямо на днях. Дальше, 30 сентября, воскресенье, последнее воскресенье Великого сентября. В Волгограде наконец стало холодно, и этому очень рад, потому что меня заебала дикая волгоградская жара. Короче, 30 сентября в 5 часов вечера на Европе Сити Молл, остановка ЦПКО у главного входа. Кто с Волгограда, я еще, ну, естественно, в Инстаграме и в группе это напишу. Кто с Волгограда, с Волжского может приехать, приезжайте. Это не какая-то фан-встреча, мы просто увидимся, нормально потусим, пообщаемся с земляками. Поэтому, кто свободен, приезжайте. И да, у меня там номер карты. Кому не жалко, можете донатить. Вот. Поэтому батл с Браги, вернемся к нему. Вот. Я проебал, поэтому не нужно писать, что, блядь, засудили нечестное судейство. Кстати, судейство, наверное, второго этапа мне, наверное, больше всего понравилось. Ну, я имею в виду про свой батл. Вот. Ну, в третьем, конечно, тоже все клево. Мне очень понравилось, как судил топор. Вот, многие батлы, тем более, которые сейчас выходят. Ну, соответственно, Тирэпс, поскольку на опыте, он тоже очень хорошо судил. Вот, насчет PLC такого сказать не могу, потому что, ну, пока мало информативности видел. Не то, что он плохой судья, мне просто, ну, как-то такое. Вот. Еще охуенно судил Джубили. Джубили молодец. Он охуенно судит. И сейчас скажу, кто еще. Кто еще классно судил? А, ну, естественно, Хайт. Хайт. Хайт молодец. Вот. Спасибо. Да, спасибо, кто скинул. Я просто случайно тыкнул пальцем. Да, я просто хотел прочитать комментарии, и в итоге все ушло. Спасибо всем.
Вот. Это что касается батла с Браги, поэтому не нужно писать, блять, засудили, та-та-та-та-та-та. Нет, Браги выиграл, потому что элементарно Браги не подавал текста на автомате каком-то. У Браги был вайб, серьезно. Вайб, который меня самого заряжал. А, блядь, я там стою просто какой-то потерянный школьник, которого, блядь, бегают глаза, который, блядь, боится вот этого, блядь, ебаного своего куска текста нахрен. Вот, честно, я думал, это не зайдет. Вот, серьезно, я думал, это будет жесткий провис второго раунда. Блять, и в итоге все получилось наоборот, но это круто. Вот. Ты там с кем отдыхаешь? С Олесей? Нет, со мной Дидилда. Чика Дидилда, да. Вот. А, дальше. А, и насчет батла с Браги. Вот то, что я это попробовал, то в принципе помогло выиграть батл с Вити Бови. Причем Витя Бови сделал охуеннейший свой батл. Вот, ну, на данный момент. Это, блять, Витя. Третьим раундом был очень крут. Я писал уже в Твиттере, что справедливый счет батла был бы 2-1. Действительно, за такой батл дико обидно, что Витя Бови не получил один балл. Потому что по итогу финала ему может не хватить одного балла, чтобы пройти. Ну, предположим, если Витя Бови сейчас дальше начнет выигрывать, и у него до финала может не хватить там одного балла. И в итоге он не пройдет финал. И типа, блять, будет дико обидно. Поэтому я считаю, что было бы справедливо, чтобы это было 2-1, но поскольку судьи голосуют каждый по отдельности, каждый, да, отдельно смотрит батл, каждый со своим мнением выдает карточку, получается 3-0. Но Витя Бови сделал охуенный батл и охуенный третий раунд, поэтому это на данный момент любимый мой батл с моим участием и один из любимых батлов на Версе. Да. Сердечко мне и молодец Бови. Очень круто сделал, потому что 20 минуток и Виталий, Витя прям жиза и в душе. Что касательно, кстати, этого батла, нам всем интересно про Димаст, что там было. Расскажу постепенно. Когда я приехал на батл, я туда приехал с другом одним из Питера, который сам из трущобы, это Александр Волков. Можете посмотреть батл и чекнуть. Мы с ним подходим к 17.03, вот, там, соответственно, все собираются. Я вижу Витю Бови, то есть здороваюсь, мы с ним там обсуждали, по-моему, кто первый будет начинать. Я вижу, прогоняю текст, скажу, ухожу в голове, что-то там курю, я вижу, как подъезжает Димаст, и Витя Бови с ним говорит. Я такой, как-то подозрительно. Но я этому не придал значения. Я придал этому значение уже на батле, когда я увидел, напротив меня, соответственно, стоит Витя Бови, и недалеко от него стоит Димаст. Смотрит на меня и улыбается. Я такой, сейчас что-то будет, короче. Вот. Ну и когда Витя уже начал цитировать мои старые строчки на батле с Костей, соответственно, я их закончил, я их повторил, потому что, ну, блять, в чем была ошибка Enrage тогда на батле, ну, надо свои старые строчки повторять, чувак, типа, ну раз ты пизданул что-то, шутку там, серьезно ты это имел в виду, блядь, чувак, повторяй их, потому что, ну какого хрена? Вот, соответственно, я повторил старые строчки, подошел Димаст, сказал мне, не улыбайся, я такой, ну, типа, окей, вот. Ну, никак это меня не подавило, я не считаю, что это какой-то хороший ход был со стороны Вити, причем, ну, такое. Ну, Витя, естественно, рассчитывал просто, что я их не повторю эти строчки. Но в итоге, блядь, повторил. Или он думал, это как-то меня заденет, что я буду там это более какой-то нервный там или еще что-то. Ну, короче, такой себе ход. Поэтому мне сам этот момент не особо понравился, ну, со стороны тактики Вити, но он был яркий зато. Как Алфи судьи? О, Алфавит, кстати. Алфавит неплохо, да. Бови выходом Димаста себе только минус сделал. А то в плюс зашел. Ну... Я бы не оценил этот момент в плане батла, что это какой-то, ну, мой плюс. Ну, то есть, если бы Витя Бови как-то по-другому это обыграл, предположим, ну, то есть, был бы какой-то панчлайн дальше, даже если я повторяю эти слова, если бы он это дальше как-то обыграл, вывел бы в какой-то панчлайн, как, например, с 20 минутками, вот, то было бы пиздато. А так, ну, он просто сказал, типа, у тебя мокрые тусы, а потом переключился на Тайгер. Вот. Поэтому как-то такое было. Давай чокнемся, я тоже пью. Давай, братка. Давай. Ты будешь еще? Да, блин, давай. Нормально, пью. Держи. Почему Династ? По-моему, Витя Бови объяснил. Да-да-да, кофе. Чего да-да-да, кофе, чай? Я же говорю кофе. А ты переспрашиваешь, говорю да-да-да, кофе. А, сейчас давайте почитаем, что вы там пишете. Почему Династ? А после батла с тобой разговаривал? Нет, он не разговаривал со мной после батла. Мне кажется, ему было просто похуй на меня. Он просто вышел, и Витя Бови его попросил сказать, он вышел, сказал, и... Димасте было поебать на меня. Поэтому зачем ему со мной говорить? Ему просто было похуй.
Окси вам помогает на батлах. Окси мотивирует. Ну, с текстами, то есть он не помогает. Лучшие твои раунды против Майлса. Это вопрос лучший. Если лучше против Майлса, мне больше всего нравится первый. Бро, выйди на связь. Стас, обязательно отвечу в личке, потому что пока просто не видел. Я отвечу в личке, Стас. Спасибо всем, кто скинул. Можно я выйду за твоего сына замуж? Я пока не планирую детей. Встречу в СПБ как-нибудь. До СПБ встречи пока далеко. Вообще, я думал эту встречу, ну, сделать. Спасибо, спасибо всем за донаты. 6 рублей. Да, 6 рублей. Это, блядь, заебись. Короче, вот. На карте осталось. Да похрен, ничего страшного. Да, конечно, молодцы. Вот, спасибо. С Питером, блин, сложнее. Вообще, это, ну, встреча была чисто с земляками в Вице. Мне просто писало пару человек, которые хотели видеться в Волгограде. Я как-то выходил в эфир и звал всех бухать на Спартановку. Вот, и пару человек хотели подъехать. Они мне стали писать, а я такой подумал, типа, блядь, о чем мне собирать там одного, второго, третьего, если я могу сделать какую-то общую встречу, где могу со всеми вместе увидеться. Соответственно, я это и сделал. Любишь кофе? Да, люблю кофе. Кофе мой друг. Виталий, тебе Димас-то поебалу заехал? Нет, он только сказал. С кем общаешься из команды Смоки? Да, блин. Со всеми как-то и общаюсь, и не общаюсь, не то чтобы прям как-то лучше всего. Но больше всего по общению нравится Enrage. Он очень веселый парень. Я с ним ни разу пока что не бухал, но я бы с ним забухал. Слушай, мой трек вы как и дал. Окей, чувак, послушал. А, кстати, ребят, спасибо хотел сказать. После батла с Витебови, как многие писали, я дохрена кому сейчас не ответил, к сожалению. Как будет время, обязательно не обижайтесь, обязательно отвечу. Кого друзья не добавил, добавлю. Просто сейчас было очень мало времени. С кем ты сезона больше других общаешься? Да со всеми одинаково, в принципе. Ну и своей командой имею в виду. Со всеми одинаково. У тебя челка, как у Гитлера, да пиздец отросла, братан. Жестко. В Москве обещал, в Москве, ну, сейчас тоже сложно. Я проведу встречу, это будет клево, но пока точно сказать не могу, когда. Последний раз инсайт для тех, кто пришел в Волгограде. 5-й сезон, трущоба. Ты, рэпер, придешь, всех разъебешь, потому что там призовой 50 тысяч рублей. Для участия снимаешь вот так вот, ставишь камеру, хуяришь, короче, заявку. А вон там на минуту или максимум на две, я точно не знаю, регламент, я репостну пост, кто хочет участвовать. Вот, и, короче, хуяришь заявку с панчлайнами на минуту, сдаешь, приходишь на отбор, разъебываешь к хуям. Это будет самый интересный сезон с дохуя фишками, пока я их не скажу. Они будут, а их будет много. Разъебываешь всех, забираешь платишок, красавчик. Вот, и 30 сентября, если ты свободен в это воскресенье, ты в 5 вечера подъезжаешь к Европе Сити Молл, и мы с тобой видимся и тусим. Остановка ЦПКО. Здорово, трущоба, здорово. Я заболела, блин. Я, кстати, тоже болею. Ой, спасибо, все спасибо, больные. Что скинули. Хочу в ЛГ теперь. Блин, ну тут не Ирина то, чтобы прям... Спасибо. Не то, чтобы у нас в ЛГ прям так все хорошо, на самом деле. Я когда приезжаю с Питера в Волгоград, тут охуенно отдыхать, короче. Прям вот охуенно. Ты с Спартановки? Видел такую маленькую нитку? Нет. Ты с Спартановки? Да, со Спартановки. Что там с баром? Я не в курсе. Мне кажется, его расширяют. Рядом Чика де Дилда. Ну, это Лиадель, но я его называю Чика де Дилда. Вот. Дальше сейчас вниз долистаю, ребят. Где релизы, мэн? Пока с треками сложно. Кстати, небольшой инсайдик. Я с одним своим корешем, которого зовут Тимур. Вот. Очень хороший звукорежиссер и битмейкер. Скоро мы выпустим релиз минусов. Поэтому, если кому-то интересны также инструменталы, мы их подготовим. Я думаю, в течение месяца, ну точно, выпустим релиз минусов. Просто мы с ним пишем демки, а он пишет, я пишу, у нас есть наброски, мы что-то подзаебались, хуяли только треки и сделали, и подумали, что бы нам не сделать релиз минусов. Поэтому, если кому интересно, тоже заходите, слушайте. И будет отлично. Да, дальше треки будут. Четвертый этап самый лучший был. Блин, в каждом этапе есть свои охуенные батлы. Mm-hmm. В четвертом тоже есть. И в пятом они будут, и в шестом они будут. А финал какой будет? Вох, вообще. Конечно, будет отлично. Да, все уже отсняли, ребят. Просто да. Все уже отсняли. Все, канал закрыли.
где будет сходка Европа Сити Молл. Остановка ЦПКО у главного входа 30 сентября в 5 часов. Там будет. Всем спасибо, кто забудется. Залетаю в нашу лучшую беседу почаще. Блин, я стараюсь им отвечать. Таль батл огонь, спасибо. Спасибо. Спасибо за батл огонь. Надо бы подумать, что нибудь. Не болею, выздоравливаю. Да я почти выздоровел. Я в Питере был, короче, и когда уезжал, был дождик, ехал обратно на поезде, и что-то прям в поезде меня неплохо так накрыло еще. Вот. Сколько у тебя обычно загружен день? Вчера, ну, блин, по-разному. Вчера, например, я охуенно поебалвала. Прям отлично. Посмотрите, фильмец называется «Жмот». Это французская такая комедия, ну, не совсем, конечно, комедия, но, блин, мне очень понравился. Четвертый этап уже был, да, четвертый этап был. Вы че с Пандроповым как инкубаторы в одних ветровках? Потому что это злые голуби, чувак. Это просто злые голуби. Это злые голуби из ВЛГ. ВЛГ. Скоро финал. Пока точно не знаю. Какой батл лучше четвертого этапа? Блин, пока не скажу. Мне из четвертого этапа дико понравилось два батла. Два батла были... очень крутые. Сейчас из третьего выйдут еще крутые батлы. Я сам жду один батл из третьего этапа, пока не скажу какой. Я, блин, репостну его точно. Из-за одного человека, то есть с одной стороны будет дико охуенно. Но мне вживую это, я не видел это на видео, мне вживую это дико понравилось. Почему закрыли 17.03? Я не знаю. Я не знаю. Казахстан, Казахстан, привет. Киев, Киев, здорово, эти голуби злые. Не все из ВЛГ. Да я знаю, что не все из ВЛГ. Я говорю это тем, кто с ВЛГ. Тем, кто с ВЛГ. Привет, привет, Казань. Неужели Макор? Батлы выходят два раза в неделю, но среда, воскресенье. Сейчас быстро все начнет выходить. Кстати, как вам встреча нашей злой голубиной команды? Я охуел, кстати, когда тогда пришел Легалайз. Окси умеет удивить. И баштам всех на батл, спасибо. Бурнес, привет. Нравится Мирон как ментор, да. Мирон умеет мотивировать. Долго рассказывает, минут на 20, конечно, чувак. Кстати, минут на 20 тогда меня спрашивали не только про никнейм, я не помню, блин, может тут есть человек, который задавал вопрос, а почему Дио, а не, почему Династ, там была какая ситуация, там меня спрашивали именно про группу, то есть Наста, то есть как появилось, как все это зарождалось, и там уже был конец эфира, я такой, блядь, долго, короче, рассказывайте, как появился никнейм и как появилась группа, что-то в таком роде, я сказал, и в итоге... забил хрен на этот вопрос, потому что оставалось мало до эфира, и сказал, типа, блядь, это рассказывать минут на 20, и эфир уже закончился практически. Старатор написал, что еженедельно будут выходить теперь. Да, ну. Почему? Ну, не, еженедельно буду, да, выходить. Два раза в неделю батлы. Два раза в неделю. Необычно. Дикий Династ. Дикий. У нас продуктивная встреча. Ну, да. Мне дико не понравилась, кстати, встреча с Моки в этот раз. Ну, даже не из-за Окси Шопа. Не, кстати, они очень круто постреляли. Я бы в тир сам бы сгонял. Пострелять охуенно. Вот, а так, блин, не знаю, по-моему, она какая-то скучная была. Ну, типа, такое. Ну, зашли в Окси Шоп, ну, поели, типа, голубей. Жак Энтони пришел. Ну, кстати, Жак Энтони, то, что пришел, это заебись, кстати. Любимые животные, кошки или собаки? Да, блин, эти, эти. Меня, кстати, как-то расцапнула собака, это был пиздец. Это вот, кого кусала собака, все меня поймут. Я не, блин, я не помню, сколько не пил, полгода. Полгода точно я не пил. Я дико боялся, думаю, блядь, сейчас 40 уколов в живот. Нихуя, оказалось, что там делают не 40, по-моему, то ли 7, то ли 9 уколов, по-моему, делают всего. Может, чуть больше, уже не помню. Но это было дико неприятно, потому что я не бухал. Да, я сходил побегать, и в итоге меня догнала собака, цапнула меня за икру. Я просто такой иду, иду в наушниках, такой иду, у меня все заебись, ну и рядом бегает какая-то собака. Я такой, ну бегаю, что-то он там гавкает, играется, это куда ради бога. Она меня за ногу хуяк. Я такой, здрасте, блядь. Думаю, ты что делаешь, дикая мразь? Я развернулся, въебал ей по носу, она съебалась. Ну, не по полностью, короче, по пасти. Я дико охуел, короче, просто сзади она меня за икру, короче, цапает.
Я такой, блядь, я понимаю, что она меня укусила. Я разворачиваюсь, хуярю ее, такой просто прихожу домой, обработал перекосью, смотрю, у меня вот эти вот следы от зубов. Я такой, заебись. Здравствуй, бешенство, здравствуй, уколы. Ну, короче, вообще не по кайфу, когда кусает собака. Она не сильно цапнула, но, блядь. Пиздец. Раз, клац. Вот эти вот таксы, пиздец. Такс. Как оцениваешь свои шансы на победу в сезоне? Да, блин, сложно сказать, 50-50. Любой может собраться и сделать охуенно. Разъебать меня, я могу кого-нибудь разъебать. Этой собакой был брак. Браги, кстати, очень клевый чувак в жизни. Мне не очень нравится, как он батлит, но в жизни клевый чувак. Кстати, Браги очень круто сделал с ПМом, я не ожидал. Я думал, блин, сейчас выйдет Браги против ПМа, опять вот это вот хуй, сперма и прочее. Нет, кстати, он сделал довольно прикольно. Мне понравился батл ПМа Браги и то, что Браги сделал именно так, как он сделал. Молодец. На битах бы побатлил, блядь, с удовольствием. Я очень надеюсь, что когда-нибудь либо на Версе, либо у нас на Фрешбладе сделают батл на битах. Это будет интереснее, разнообразнее. Я бы на битах охуенно посмотрел бы, как Джон батлит. Джон бы убил всех нахуй на битах. Джон убийца. С Bad Boys охуенный момент. Bad Boys. А мне как быть? Как там это? Что-то мы же команды. Я не мог один называться Bad Boys, это было бы странно. Реально странно. Как считаешь, это проблема, что в сезоне абсолютно нет конфликта между участниками? Блин, ну, кстати, реально, я не знаю, чтобы были прям у кого-то такие жестко натянутые с кем-то отношения. Ну, чисто это уже спортивный какой-то интерес. Ну, немножко это отвлекает. У меня есть такой минус, я считаю это минус. Если я к человеку отношусь, ну, в жизни хорошо, то у меня возникают проблемы с ним на батле. Я не могу вот наигранно как-то начать бычить на него, либо за что-то злиться. Вот, это будет на одном батле, увидите, потом я прокомментирую эту штуку. Это сложно сделать, поэтому, ну, кому-то это мешает, кому-то нет. Можно поймать вайп охуенный на батле и агрессивно выдать просто хламин. Опять же, это спортивный интерес. И просто вайп от батла, кому нравится батлить, они это понимают. Вот, у меня два раза в моей жизни были батлы, когда я реально плохо, very-very плохо относился к оппоненту. Но они были на трущобе. И там я был реально, ну, настроен прям прийти и разъебать нахуй этого мудака. Два раза такое было. Как тебе трек «Тигров» и «С первой встречи»? Не понравился. Никто не понравился. Привет, как считаешь? Если был бы в команде «Смоки», стал бы по-другому? Думаю, нет. Нет. Димас-то после батла ко мне не подходил. Мне кажется, ему было похуй на меня абсолютно. Кому в команду хотел изначально? Реально не выбирал. Реально, не было какого-то предпочтения, кому пойти из команды. Макса на батлах, вот Джон летает, и нас может быть паун. А, Макса на битах, а почему ты не можешь представить Макса на битах? На BPM, мне кажется, очень хорошо бы смотрелся Джон, 100%. Казах Enrage сделал бы на битах, интересно, я думаю. Тот же самый Майлз на битах, я думаю, неплохо бы залетел. Кого еще выделить? Мне кажется, мне бы было интересно, чтобы Микси сделал на битах. Потому что я слушал треки Микси, вот, и мне, например, дико интересно посмотреть на битах именно Микси. Вот именно интересно, чтобы он сделал. Неважно, там 140 там, или, блин, бит помедленнее, это неважно. Вот я бы посмотрел, что сделал бы именно Микси. Пандропов. Блин, да Пандропов бы вышел синькой в стиле пьяного мастера до всех. Разъебал бы. Летай на битах. Летай на битах прикольно. Я слушаю треки «Летай». Последний у него ничего такого. У «Летай» есть такой стиль, вот немного джазовый. Спокойненький такой. Можно послушать. Я музыку слушаю часто под настроение, поэтому у меня дохрена любимых и групп, и исполнителей музыки, не только в рэпе. Но мне кажется, наша бы команда на битах и бы сделала, кстати. Да кто у них на битах реально может? Ну, Enrage, Miles, возможно. Витя. Блин, ну, хрен его знает. Спасибо за донатик. Вот. Блин, кто еще? Ну, Парагрин. Хрен знает. Я слушал треки Парагрина давно. Я не знаю, может, он сейчас что-то пишет и мог бы сделать на битах. Как мотивирует Мирон? Небольшой пример. Это будет секрет.
Но Мирон, кстати, отлично мотивирует. Вот бат... Подожди, Виталь, ты вот батлил под биты и треки, это разные вещи. Ну, блин, конечно. Я не писал батловых треков достаточно давно, кстати. Но я не очень люблю батловые треки какие-то дисовые. Ну, типа, знаете, как раньше модно было, вот олдфаги поймут, ты просто пишешь трек панчлайнами, короче. Такой выходишь, такой, знаете, вот после оптикраша все вот это вот пошло, бифы, бифы, бифы на битах. Ты просто выходишь и хуесосишь абстрактного врага, такой, да ты чё, да я вот такой крутой. Ну, это такой репрезент получался. Вот, я сам писал такие треки давно, но это дикая хуета, мне кажется. Сейчас до сих пор есть такие рэперы, которые это делают, поэтому, блядь, это разные, конечно, вещи. Разные, когда ты батлишь и пишешь треки. Я, например, не очень люблю, блядь, в треках кого-то задевать. Мне кажется, треки — это все-таки музыка. А батл — это батл. У тебя группа ВК есть, да, чувак, есть. Зайди на страницы, там все видно. С Косом не хочешь побатлить снова? Нет, не хочу, зачем? Я к Косте охуенно отношусь. Ты бы на битах тоже заебись сделал, да я порвал бы их нахуй на битах. Кстати, Скиллет слушаешь? Сейчас, кстати, нет. Я слушал Скиллет в году 2012-13. Причем очень недолго и совсем немного треков. Что происходит с Миксе, почему он начал сливаться? Он не начал сливаться. А насчет батла с Сойером, мне этот батл не понравился. А в Миксе была очень плохая подготовка. У Сойера был хороший текст, кроме части и про МВД, и про Машнова, то есть вот это вот все. У Сойера был неплохой текст, но, блядь, чувак, МВД, нарыть там что-то с МВД, так это подавать, это, ну, пиздец. Мне дико не понравился этот батл, потому что у Сойер, блядь, то запинал, то нес какую-то, ну, по мне, чушь, ту же самую МВД, типа, ну, блин, не знаю. Я когда готовлюсь к батлам, я там просматриваю стенку, там, не знаю, может быть, Инстаграм, еще что-то, прошлые батлы оппонента, и этого достаточно. А когда ты начинаешь прям рыться, копаться, ну, каждому свое. Мне это не особо нравится. Это какое-то, ну, уже, блядь, какое-то следствие, а не батл-рэп получается. Всем привет, кто пришел. По-моему, Сойер вырос с прошлого батла, он просто злой пиздец был. Не, может быть, у него к Миксе такое отношение, поэтому он сделал такой батл. Но мне этот батл особо не вкатило. Макс еще соберется, я верю Миксе. Миксе разъебет. Просто с Сойером вот так вот, к сожалению, получилось. Чувак, втащу тебе, если сезон не возьмешь. Блять, окей. Давай забьемся на это. Приедешь и втащишь. Мироном помимо встречи с командой еще виделись? Да, виделись на BM-фесте. Кстати, кто был на BM-фесте, если такие здесь есть, это было охуительно. Просто, блядь, пиздатенько. Особенно слэм под Локи Мина. Блядь. А, я ни разу не слышал до этого вживую Локи. Это было дико охуенно. Еще мне очень понравился Томас Мраз. Вот, ну, два самых ярких выступления, которые я видел. Ну, соответственно, Банес. Хотя Банеса, блин, я половину пропустил. А? Про Окси ты ничего не сказал. Да, Окси, само собой, блин. Ты думаешь, я их удивлюсь и скажу, Окси сделал пиздат. Они такие, да ладно, да ладно, Окси, прикинь, Окси пиздата сделал. Хрена себе. Приезжай в Могилев, бухнем, заебись. Бля, чувак, далеко. Так. Вы до конца на Геймфесте были? Практически до конца. До конца. Тебе не холодно в своей тонкой ветровке? Ну, у нас не так ветрено просто. У нас, в принципе, вот нет, сейчас погода нормальная. Да сколько градусов? 10? Спасибо за донатик. Ну, градусов 10 нет, ветровке не холодно. Не, я в кофте еще. То есть там. Я не только ветровки. В майке было бы холодно. Версус сделал тебя лучше? Конечно. Если включить мои старые батлы, мне кто-то писал в ВК, типа, чувак, ты же на опыте, у тебя там, блядь, чуть ли там. Меня кто-то насчитал, короче, 25 батлов, по-моему. Где? И я такой, чё, у меня 25 батлов? Ну, вы чё, ебанулись, блядь, типа, серьезно, ни хрена себе. Ну, сколько на трущобе было у меня батлов? Отбор, а потом с Фаустом, потом 2-2 был батл, потом батл с Костей, там был вообще не на трущобе, а там на единоразовое какое-то мероприятие, на Хэллоуин, по-моему, мы с ним дикую хуйню там сделали, угорали больше. Это четвертый батл, потом, да, Харлес пятый и финал, соответственно, шестой, потом со Скайем батл. Ну вот, получается, это был 2014 или 2015 год, то есть в этом промежутке у меня было, получается, 6-7 батлов.
А мне кто-то насчитал там 25, типа, блядь, чувак, ты на опыте. Я такой, была бы у меня 20-ка, было бы, конечно, заебись. Хреново, в чем я сделал хреново, я остановился в батлах и не батлил до ФБ, получается, года 2-3. Вот так. Соответственно, проебал скилл, я очень мало следил за батлами. Я начал следить за батлами, когда узнал про 4-й сезон Фрешблада. То есть заново пересматривать какие-то старые батлы, новые батлы, узнавал о новых площадках и так далее. Вот, когда тур, когда армия... Что? Пойдет нам армия. Армия уже не по мне. Что за кофе? Что за кофе? Что ты знаешь? Это обычный кофе. Когда тур, когда армия? Я не собираюсь в армию, чувак. Меня в армию, к сожалению, не взяли. А косить от армии плохо. Ну хотя кому как. Но я за армию не очень. И еще раз, те, кто только пришел, я не знаю, почему закрыли 17-ку. Вот. Димасты после батла мы не говорили, не трогал он меня, не бил, все в порядке. Потому что, мне кажется, ему было поебать на меня абсолютно. Вот. Кто в Волгограде, 5-й сезон трущобы, приходите, участвуйте. Встреча в Волгограде 30 сентября, воскресенье, 5 вечера, Европа Сити Молл. Кому не жалко донатики, вон номер карты закреплен, Сбербанк, всем буду рад. Да, паровоз лучший, батл МС нет. Точно не лучший. Батл охуенный, спасибо. С Вити Бови реально это сейчас, ну, мне нравится этот батл. Что я сделал и что сделал Вити. Конечно, у нас были дикие запинки. Я скажу, в чем мы с Вити Бови оба долбоеба, мы стояли в кофтах, а там было дико жарко. Просто пиздец, потому что, блядь, ты уже читаешь, и там душно, там жара, было дико жарко в Питере, а я стою в кофте, у меня под кофтой нету майки, соответственно, мне не снять кофту. Че я, блядь, голый буду батлить? Вот. Ну, не голый, в смысле, блядь, стоять там дрыщом и выебываться. Вот. И Витя тоже, я просто смотрю на него, как он потеет. Я сам стою, потею, потому что дикая, ебучая жара. Блядь, не было бы этой жары, мне кажется, мы бы еще лучше сделали. Жалко, батл не судил Псайбой. Бывает. Динас, после ФБ есть планы, уйдешь в музыку или будешь батлить? И уйду в музыку и буду батлить. Я не понимаю, как можно разделять батлы и творчество. Ну типа, ну окей, вот ты просто батл МС, ну как бы классно. Если ты хочешь быть батл МС, старайся стать одним из лучших батл МС, это типа клево, но забывать при этом про треки. Потому что есть такой стереотип, причем очень тупой стереотип, на мой взгляд. Типа, если ты батлишь, то ты плохо делаешь треки. А если, короче, ты плохо батлишь, то ты хорошо делаешь треки. Типа, ты выбираешь что-то из двух. По мне это, ну, дико какой-то порожняк, не знаю. Можно все совместить и сделать клево. Как говорил Витя Бови, все должно быть от души. С этим я согласен. Зачем мне батлить с Оксиком? Go у вас новая версия, да, go? Батл с Нойном будет выглядеть, будто друзья выбрали одного персонажа Mortal Kombat. Я не знаю, чем мы похожи с Нойном. Реально, напишите мне кто-нибудь, чем мы с Нойном похожи. Я не шарю. С кем бы фитанул? А вот это секрет. Там будут фиты. Но пока не скажу. Как Мирон вас мотивирует? Ну, блин, вы встречу смотрели? Смотрите встречу. Там очень неплохая мотивация. Что там, а кто следующий будет тобой убит? Я не скажу. Еблом вы похожи? Ну, хрен его знает. Как к Слипноту относишься? Чувак. Кори Тейлор, бог. Почему у вас с Палмом куртки одинаковые? Да блин, заехали мы как-то в один и тот же Рибок на одном и том же лимузине и взяли по одной и той же куртке. Ты что, ты можешь фитануть с ноунеймом годным или ты заснался? Блять, жалко фейма, блять, что? Вообще, я пишу фиты только с теми, кого знаю и хорошо отношусь. Ну, в плане творчества. Поэтому неважно, ноунейм ты или ты там звезда, если, ну, мы с тобой не знакомы как-то, я не понимаю, зачем делать фит. Не, если ты делаешь годно, делаешь что-то интересное, и что-то совместно может получиться прям пиздатенько, я запишусь вообще, как бы, базару нет. Ну, не,
Нет, не похоже с гнойным, правильно. Респект за бой, спасибо. Хочу встретить память. Хочу стереть память и присмотреть батл с боя. Не, крутой батл. Витя, кстати, молодец. Третьим раундом я охуел с него. Я думал, блин, какой у него раунд будет самый пиздатый. Я думал, что он охуенно сделает первый. Вот, но первый, я считаю, в первом раунде мы были примерно наравне со вторым. Второй, мне кажется, у меня был интересный, опять же, из-за схемы просведения. Но, блядь, третий, 20 минуток, жиза про Виталика и Витю. Круто, круто. Поэтому ты похож на Володю Котлярова из порнофильма. Из порнофильмов. Я не знаю, кто это такой чувак. Это я без понятия. С кем с командой лучше всего общаешься? С командой, чувак. Как больно прыгать. Я как больная прыгала, когда досмотрела батл. Зачем? Зачем прыгать? Не было Рамсов с Димастой. Не было. Рамсом с Димастом. Про звукаря было круто. Спасибо. Что там с баром? Я не знаю, что там с баром. Порнофильмы? Блин, слушай, я не знаю группу порнофильмы. Скинь послушать мне в личку. Знаешь группу порнофильмы? Блять, мне аж интересно стало. Еще там на кого-то я похож. Скинь послушаю. Я что-то таких не слышал. Новый альбом Эминема? Да, кстати, крутой. Мне очень нравится трек Normal. Он такой какой-то, блядь, сетка. Камикадзе очень крутой альбом. Еще мне дико понравился новый альбом Bumblebee. Он прям хорош. Планируешь еще учиться? Я учусь, слушай. Порнофильм охуенный. Скиньте мне эту группу порнофильма, я хочу послушать теперь. Мне теперь интересно. Я учусь в политехе волгоградском. Ну, меня оттуда исключали, сейчас я восстановился. Я учусь в волгоградском политехе на отделении автоматизации. Что думаешь о Suicide Boys? Да, блин, нормально. А новый альбом Фейса слушал? Да, ну блин, по мне что-то среднее. Но это стиль, это стиль. Волгоград рулит. Е, чувак, Волгоград. Рулит. Сводишь треки, я сейчас свожу максимум свои демки. Треки, я, кстати, я на заказ никогда треки не сводил. Я сводил свои треки, либо сводил с кем-то треки совместно из друзей. Вот, например, демку я недавно выкладывал в группе. Это мой друг Роман, у него сейчас своя студия в Москве. Вот, он прям двигает себя как звукаря неплохо, да хрена чем учится. Соответственно, параллельно мне рассказывает, что там сейчас интересного со сводкой происходит. Обычно мы с ним сводили раньше. Ну и когда была группа Наста, у меня был... Почему был, есть, в принципе. Хороший друг и кореш Александр. Кстати, кому интересен Deep House, можете найти у меня в друзьях. Я не помню, блин, название. Кто любит Deep House, Александр Гамма у меня в друзьях. Зайти послушать треки. Вот у нас с ним раньше была группа Насна, соответственно. Я, кстати, надо ему написать, потому что я не помню, кто делал описание профиля того, про которого читал Викси, но... Ой, блядь, фу ты, Микси, Витя. Но оно было дико угарно. Синтез, господи. Сука, ответь, ты слушал Тентансиона? Камон, ты чё? Тентансион, боженька. Это один из моих любимых исполнителей. И, блять, то, что случилось, я охуел в тот день. Как же у него относится? Да нейтрально. Я рад, что он вернулся. Может, что-нибудь прикольное сделает. Я не слушал, кстати, я видел клип, не помню, что за трек, когда он вернулся, один раз посмотрел, ну, хрен его знает. А так, что у него, я за ним просто не слежу, поэтому пока не знаю. Эминем все еще лучше или уже в тени? Эминем – это Эминем, поэтому, мне кажется, Эминем не может быть в тени, потому что, блядь, Эминем – это Эминем, но Камикадзе – крутой альбом. Ты избегаешь вопроса, лучший батл-рэпер России? Блять, я не могу назвать одного. Кроме Замай. Кроме Замай. Замай, это понятно. Но, блин,
лучший батл рэп. Ну, я тебе не могу назвать одного человека. Мне очень нравится, как тот же Сеймур батлет. Мне очень нравится, как батлет PM. Всячески, у всячески есть неплохие батлы. Кого еще можно, например, привести? Deepak Sense очень хорошо разбирает оппонентов. Вообще, ну, то есть, назвать одного кого-то, именно лучшего батл-рэпера в России, конкретно одного человека, я не смогу. Не хочешь забатлить Таджикистан? Таджикистан. А как же Хоз? Хоз лучший в мире, а не в России. Потому что он с трущобы. Хоп, как я отмазался. Охуенно. Да не говорили мы с Димастой после батла. Стоит начинать с батл рэп или с треков? Чувак, какая разница, если тебе нравится батлы, ты любишь батл рэп, приходи и батли. И пиши треки, если тебе тоже нравится писать треки. Не выбирай, вот, опять же, тот же самый вопрос. Либо батлы, либо треки, блядь. Да в пизду, ребят, какая нахуй разница? Можно и писать треки, и выдавать клевые батлы на уровне. Тут самое сложное постоянно успеть это. То есть поймать не то, что баланс, а стараться делать хорошие, годные треки и, соответственно, батлы. Кто, по твоему мнению, заберет лям? Это сложно сказать. В батл-рэпе самое, что есть прекрасное, это непредсказуемость. Поэтому это сложно сказать. А где твои треки? Они есть в группе. Можно зайти послушать. Слышал альбом Deepak Sense? Нет, к сожалению, нет. ЛСП нравится нейтрально? Не, ЛСП клево. Но мне больше, кстати, понравился Tragic City у них. Крутой альбомчик. Мне очень нравится трек Канкан. Ну и, соответственно, то же самое трек Тело. Очень крутой. Лучший батл на этом ФБ. Несколько. Один сложно выделить. В чем конфликт с Димастой был? У меня не было конфликта с Димастой. Я просто как-то на батле с Хосом старым, даже не то, что упоминал его как-то, а привел ситуацию в пример. Витя Бови на батле процитировал эти строчки, сказал мне их повторить. Я повторил, потому что они мои. Ко мне подошел Димаста, сказал, не улыбайся. Я постоял, посмотрел. Ну, типа, все. Вот весь конфликт. Димасте похуй на меня. Чем он со мной разговаривает? Зачем я нужен Димасте? Спасибо, спасибо, спасибо. Кто только пришел, всем привет. И еще раз важное объявление на сегодня. За поддержку на батле спасибо. Всем в личке отвечу. Кого не добавил, друзья, добавлю. Спасибо, что поддерживаете. Очень рад, что понравился батл. Вот, в Волгограде, если ты батл МС, приходи на 5-й сезон трущобы, который стартанет. Потому что призовой фонд, блядь, 50 тысяч рублей. А для Волгограда 50 тысяч рублей, это ж охуеть, блядь. У нас тут средняя зарплата, ну, пятнарик, наверное, и то, блядь. Пиздец. Да. Вот, поэтому 50 тысяч рублей за рэптор. Блядь, чувак, охуенно, по-моему. Даже если даже с финалистом поделишь, у тебя все равно 25 тысяч остается. Нормальная тема, поэтому приходи, участвуй на 5-й сезон трущобы. Лучшего проекта в Волгограде. И не спорь, не спорь. Лучший проект в Волгограде. Все, нету других. Вот, дальше, 30 сентября, воскресенье, если ты с Волгограда или с Волжского, и ты свободен, тебе нехуй делать, подъезжай в 5 часов вечера, остановка ЦПКО у Европы Сити Молл, у главного входа мы встретимся. Это не фан-встреча. Нет, мы просто с тобой встретимся, без лишнего пафоса, сядем куда-нибудь, потусим, пообщаемся. Потому что, кстати, вот еще причина появления вот именно вот такой встречи, мне дохрена пишут, дай интервью, расскажи вот это вот, то-то-то-то-то. Я не особо люблю интервью, потому что это обычно какие-то стандартные вопросы. А как ты, вот как ты пришел, короче, в батл-рэп? Ну, понравилось, пришел, короче. Часто стандартные вопросы, вот, а живое общение, нормальная встреча, по-моему, это самое лучшее интервью. ВК добавишь, добавляйся, добавлю. И кому не жалко, те могут донатить, и все будет отлично. Вон там номер карты прикреплен, у кого Сбербанк, кому не жалко, можете донатить. У меня завтра день рождения, поздравь меня с наступающим. Вообще-то не поздравляю с наступающим, но с наступающим днем рождения. Сорвал бы головку. Давай, спасибо, 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 спасибо. Сейчас почитаю вопросы. Был на концерте Рики, он сказал, что ты крутой. А, нет, к сожалению, не был. Я не в Питере, я сейчас живу в ЛГ. Поэтому я пока что не в Питере. ВК добавлю, добавляйтесь. 12 плюс за тебя, давай делай ветер.
Ветер? Окей, чувак, спасибо, сделаем ветер. А как насчет батла с Гнойным? Зачем он мне нужен? Покажи Сашу. Саша болеет. Саша, мы все заболели, пиздец. Самое жесткое — это ангина. Ариночке привет. Не болейте ангиной никогда. За батлы в будущем подбитые с удовольствием. Я очень хочу, чтобы ввели формат BPM на Fresh Blood. Ну, типа, ну камон, ну одни акапельные батлы — это, конечно, круто, но когда их дохуя... Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers хочется и подбитые побатлить. Мне, блядь, завтра в школу идти, я ебал, чувак, сочувствую. Вот, у меня точно шея длиннее, чувак. Чувак длиннее спасибо, этого. Спасибо. Ты красавчик. Сашка поправится. Мы выздоровеем, все окей. Я уж почти долечился. Не курите, ребят, курение — это плохо. Я пока бросить не могу, из-за этого страдаю, трачу бабки на эту поеботу. Почему Динас? 20 минут рассказывает, чувак, ё-моё. Это, блядь, долгая история. Ангиной, пиздец, прикинь, как это болеть ангиной с такой длинной шеей. Это же, блядь, долго лечиться. Спасибо, выздоровлю. 4 года уже не курю, красавчик. Скинь сотку на пиво, заебал, мне пишет Дима Скотч. Дима Скотч, слышь, вы знаете, кто такой Дима Скотч? А кто из вас знает такого рэпера, как Дима Скотч? Я вот такого не знаю. По-моему, это какой-то такой себе интересный чувак. Он пишется в тюзе. В тюзе? В тюзе. Ты же говорил. Или в дюце. Где ты пишешься? В дюце там или в тюзе, блядь, где ты там пишешься в студию, нашел там? Какие сиги куришь срочно? ЛД компакт. Я к ним привык. Поэтому курю только их. Очень сложно курить, кстати, разные марки сигарет. Это пиздец. ВЛГ, респект. ВЛГ. Ты в роторе играешь? Чувак, красавчик. Ротор, респект. У тебя фит был. Фит с ним был, а ты про Диму Скотча? В дюце. А, блин. Ну, в дюце пишется. Я больше не буду писаться с Димой Скотч. Пацан пишется в дюце. Это же, блядь, вообще жестко. Изи, когда ты нищий, стреляешь у всех подряд. Ну да, это же за. И Наста красная шапочка. Может быть. Че, по бабкам после батлов? В смысле? Всем привет. Привет, кого не видел. Еще раз. Да. Нормальный панчлайн. Блин, кстати, Витя Бови молодец. Я хотел ему написать, что он молодец, но я скажу это здесь. Витя Бови молодец. Хороший батл. Куда ты денешься, не пишет Дима Скотч, блядь. Честь, я кину и вот так вот денусь. То чувство, когда ты не доворачивай, пока не хочется помнить такого катана. Ой, блин, спасибо. ПМ-фаворит по-любому. Клевер твой платит. Эфир сохрани. Сохрани обязательно. Я не успею сыграть в клевер. Да, ты не успеешь сыграть в клевер. Жизнь была. Что по музыке слушаешь? Блин, очень много всего. Я слушаю музыку под настроение. Из последнего, что слышал крутого, это альбом Камикадзе его именима и альбом Бабл Бизи. И Пионеры Пыльной Радуги. Альбом мало. Мне прям заехало. Сколько готовился к батлу с Бови? Сейчас тебе скажу. Дней 9, максимум 10, по-моему, где-то так. Обычно на подготовку, ну, максимум на подготовку уходит 2 недели. На 2 недели еще ни на одного оппонента у меня не уходило. Обычно это, ну, дней 8-9, вот так вот. Я дико не люблю готовиться к батлу, вот есть такой один момент, потому что я все время сижу дома. И это пиздец. Самое вот что хуевое в подготовке к батлам, это когда ты сидишь, блядь, дома, в ебаных 4 стенах, которые на тебя тупо давят, и ты такой, блядь, батл рэп нахуй. Это жестко. И вот так вот неделя, там плюс-минус 2-3 дня, и потом... Просто выучишь этот текст и едешь разъебывать. Трек Blood классный, респект, бро. Спасибо. Как батлы? Дани, Лифта и Палма. Да все охуенно.
Я жду один батл вот сейчас третьего этапа. Мне дико понравился, как сделал один чувак. Ну, вживую было охуенно. Я не буду пока говорить, кто, без спойлеров. Но вживую это было очень классно. Я надеюсь, на видео тоже заебись. А текст сколько пишешь? Я же говорю, от недели до 10 дней. Где-то так. У нас осталось 2 минуты. Поэтому, ребятки, всем спасибо. Еще в эфир я выйду где-то через неделю-две. Поговорим с вами. Поэтому, если ты с Волгограда на пятый сезон Трущоба Батла, приходи, участвуй, выигрывай 50 тысяч рублей. 30 сентября в 5 часов вечера, в воскресенье, если ты свободен, подъезжай к Европе Сити Молл на остановку ЦПКО, центр Волгограда. И если ты с Волжского, тоже приезжай, если тебе нехуй делать. Мы с тобой увидимся, пообщаемся, все будет классно. Кому не жалко донатики, всем спасибо, кто задонатил. Люблю вас, сердечки, все окей. И спасибо всем за поддержку. Всех ВК добавлю, постараюсь им ответить. Вот. Светка, Светка, напиши мне в личку. Мы, блин, с тобой так и не увиделись, поэтому напиши мне в личку, пока в Волгограде. Как альбом Кизару, кстати, пока не слушал еще. Спасибо за эфир, всем спасибо, 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 спасибо. Почему семнашку закрыли, не знаю. А с Димастой после батла разговоров не было, потому что, мне кажется, ему поебать на меня. Еще раз это протранслирую, чтобы не спрашивали. Отвечаю в инсте не отвечаю. Поэтому в директ можете написать. Выздоравливай, спасибо, 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 спасибо. Всем спасибо. Поэтому кто с Волыгы, кто с Волжского, 30 сентября, 5, мадафака, вечера, Европа Сити Молл, приходите, потусуем. Центину, привет. О, привет, Центину. Знаешь про новую батл-площадку в Волжском? Нет, не знаю. Выздоравливай, спасибо, Свет. ВК отвечаешь, блин.